Сегодня у нас будет в ролике мотовоз МПТ-4. Всем приятного просмотра. Всем привет. Ну вот я наконец-то закончил на 3D печати. Напечатал две штучки. Это мотовоз МПТ-4. И вот такое вот качество получилось. Ну, на мой взгляд, неплохое. Конечно, немножко были проблемы. Вот с крышей вот серой были проблемы. Потом с нижней рамы были проблемы. Кстати, здесь я колеса поставил от фирмы Пико. И они у нас крутятся. Но пока не обмоторено. Вот так вот выглядит днище. Конечно, клей, как видите, видно. Но это внизу. Я старался, чтобы сверху не видно было. Цепочки здесь муфты сделал. Это, вернее, дядя Саша мне сделал урока. Я их сюда просто приклеил. А так вот это выглядит вот так полностью. Конечно, могу сказать, работа очень трудная. Ну, старался, чтобы напечатать без всяких заусенцев. И чтобы не зачищать. И разным пластиком. Вот одна. Вот вторая. Как говорится, 3D помощь моделизму. Вот вторая полностью. Они почти одинаковые. Да, симпатично, красиво. Тоже здесь колеса крутятся. В будущем собираюсь я все-таки обмоторить, попробовать. Но надо будет сначала раму нижнюю переделывать. А так вот выглядит это вот так в данный момент. С одной стороны и с другой стороны. Сейчас мы их поставим на мини-макет мой и посмотрим, как там они будут смотреться. Ну вот я поставил на свой мини-макет. Вот смотрите, катаются они спокойно, легко. Что одна, что вторая. О, даже сцепились. Будет смотреться на макете вообще прекрасно. Да, еще бы вот обмоторить, будет вообще тогда великолепно. А пока это вот выглядит вот так. Катается легко. Полностью. И мы сейчас даже попробуем зацепить. Здесь сцепки, конечно, надо будет подгонять. Они чуть-чуть повыше получились. Ну вот. Как это выглядит. Вот такая работа. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишите сообщения, ставьте лайки. А кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.